Привет, друзья! Что сегодня сулят звезды? Ставим лайк и поехали! Овен, очень тяжелый день. Вам придется все время отстаивать свое мнение и доказывать всем свою правоту. Очень сложно будет переубедить коллег. Они не очень хорошо к вам относятся. Телец, вас ждут потери. Вы можете лишиться крупной суммы денег или же ценного партнера. Также вас ждет сложный разговор с начальством. Но будьте решительными. Полчаса неудач рано или поздно закончится. Близнецы, вам придется отстаивать свой авторитет. Ваши недоброжелатели не упустят шанс сделать вам пакость. Но вы полны решимости доказать свое превосходство. Только не отступайте. Рак. Главное, не теряйте уверенности в себе. И у вас получится закончить важные дела и проекты вовремя. Удача на вашей стороне, и вас ждет финансовое вознаграждение. Только потратьте эти деньги с умом. Лев. Вас ждет удачливый день в финансовом плане. Важная сделка или крупное приобретение принесет вам прибыль. Также вас ждут новые и полезные знакомства, которые также в будущем принесут вам прибыль. Дева. Вас ждет день борьбы. День, когда вам придется отстаивать свое мнение как на работе, так и дома. В личной жизни у вас бардак, и пора исправить положение дел. Будьте мудрее. Весы. Очень благоприятный день для начала новых дел. Самое время для разрешения судебных разбирательств или заключения брака. Самое главное – это уверенность в себе. Скорпион. Вы будете настроены добиться желаемого, но на вашем пути будет много преград. Главное, не отчаивайтесь и не останавливайтесь на полпути, и только тогда вам удастся добиться успеха. Стрелец. В этот день вы полностью посвятите себя работе и важным проектам. У вас не будет времени отвлекаться по мелочам. У вас даже не будет времени на близких. Но оно того стоит. Вас ждет успех. Козерог. Очень сложный день на амурном фронте. Недопонимания с партнером могут привести к крупной ссоре. Вам нужно научиться слушать и понимать, иначе вы рискуете потерять близкого человека. Водолей. У вас выпадет шанс подняться в глазах окружающих. Главное, не терять оптимизма. Возьмитесь за сложный проект и покажите всем свою значимость. Рыбы. Вам придется снова отстаивать свою точку зрения. Просто верьте в себя и не отступайте. Главное – уверенность и поддержка близких. Остальное не так важно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.